Я понимаю, когда есть другое мнение. Это очень хорошо, когда есть другое мнение. Но другое мнение, когда есть, значит, если это не нравится, предлагается другой вариант. Если вам не нравится то, что мы хотим, предложите другое. И, честно говоря, я сегодня могу открыто сказать, что вот типа, значит, что по СМИ, я приглашаю Ирину Влах, депутата парламента, которая участвовала в этом полностью, чтобы этот проект не прошел, прийти в Гагаузию и возглавить всю канал. И доказать сегодня и Камрату, что камрадчане не правы, когда, значит, не голосуют за нее. И пускай придет, мы за счет сделаем руководителем, мы будем помогать. И пускай докажет, что не просто разговор, а иногда нужно и делом доказывать, что кто-то хочет что-то сделать для Гагаузии. Пожалуйста, мы не против. Алексей Дмитриевич, вы руководитель, вы против? Нет. Вы видите, даже руководитель соглашается.